Цеплением работай. Заехал. Давай я пикну. Еще не понимаю, газ давать или не надо, понимаешь? А как ты обычно заводишь? Вроде без. Надо не покушать.
как топором, бах. Вот это эндуро, детка. Одиночек. Ой. Завел дальше поехал. Как-то заводиться не хочет, да? Заводи. А, может он туда было ебать. Андрюха вниз случайно съехал? Нет, специально. Андрюха случайно, ты что? Пашка, на жопу, газ, вон чуть-чуть вперед, и потом перекатывайся. Слышь, Серега, а как с горки лучше, заведенным или на ходу, ну, не, глухим? Ну, я заведенным сейчас езжаю. Если завестись, пока гора есть.
То, что там антифриз вытекает, немножко, о, видишь? Правлю, это они с крышки, понял? Ага, может быть. И на глушак сразу. В кружовке сука везет. Да, он, видишь, на радиаторе висит. Хуйня заниматься, сука. Ну сейчас пусть снег нахмёт, погоняется. Погоняй, что не так? Не так, это такие туристические. Не балдос, но я снимаю. За зиму можно подготовить его немного. Не, ну вот так хорошо. Руслан на 4D. Давай. Пошел. Чисто на сыпухе, да? Раз, на жопу сел и все, да? Андрюха, все, пизда. Ты готов нас нахуй послать? Всех. Всех хочу послать. Всех послать? Оно прямо видно. А? Я даже идти не могу, потому что я... Я не знаю, да как лучше хуйня. Ну лучше ставь на жопу, веса нету, весь буксует. Садись полностью, чтобы зацеп был. У меня сцепления уже нет, ребята. Не, ну нагрело, сейчас останет сцепление. Садись на него, Макс. Все, пошел. На хвост. О! Сука! Финиш. Сука. Откатись назад чуть-чуть. Еще. Стоп! Газом и пошел. Наперед наклоняйся. Пошел. И телом должен помочь еще. Вперед. Вот сейчас у ракета. Одну ногу на нос не ставь. А я не знаю, Руслан, я снимаю. Так, заводи. Снимаю. Был бы там перекур пока. Она на коне, да? Ты на коне. Максим, а ты что, пизда сцепление вообще, да? Ручку помал. Ну хуйня, это будет сцепление. Надо тебе отжали такие вот неломайки купить, как у меня. Так я, у меня есть, уже лежит новое. А я с горы ехал, у меня, короче, с одной горы стыкуху провалилась туда. Я... упала вниз. Ё-моё, а вниз, кстати, да, это стрёмная тема. А, мне же еще тут сразу, ну, мне же завестись надо с горы. А у меня вот все. Первую включи. Она на второй передаче, походу.
так стучит, я не могу понять, что. Ну что, ветка. Может, резонатор в этот? Колесо шатается? Нет. А, шатается. Надо. Подшипником пизда пошла. Все, пизда подшипником. Вот. Ну, я думаю, блядь, что нахуй это хуярит? Ну, я свой круг доезжаю. Пашка, ой, знаешь что? Я тебе даже помочь не могу ничем, блядь. Прилип. Ну если ёбнешь, это сложно, да. А если заезжаешь нормально, то не сложно. Газу! И дальше сам. Все, поехали.
Ой. Ой. А вон там нахуй сложно было подгрузить было. Корень надо поднять, колесо перед корнем. Я как уперся под ножку, его перезависти не скачу. Мокрое, это только, ну, инерция. Да, каждый раза. Круг вообще другой, абсолютно. Открываются новые корни, дыры, блядь, там, и где ты проезжал в прошлый раз, такой, а, я знаю, сейчас на позицию, там уже траншея хуй заедешь, блядь. Да. Питер, блядь. Димон, блядь. Надо его поднять без меня, блядь. Опа. Блядь, ты понял, сандалем зацепился за суп. Сейчас стегнулся, ну. А? Раз, два, три. Погнали! Сука! Поехали, пока я не закипел. Посмотри, мой барахлит лишний подкипел. Кто тут по будням катается? А вы что, вы такие безработные, что ли? Ну, в отпуске ты. Yeah.
Надо купить вентилятор. Ну. И все включил там, когда затычное.